Итак, вот она наша муравьиная ферма. Открываем крышку. И сейчас я взял такую вот палочку и проделываю небольшие отверстия. Эти отверстия как бы, ну, рекомендуется сделать для того, чтобы муравьи знали, или им легче было начать строить ходы. Это как бы будет такой вот метка, такая вот метка, где им нужно начать строить свои ходы. Так, теперь вот они, наши муравьи. Я поймал их таким необычным способом. Долго думал, как их ловить, чтобы не травмировать. Взял такую вот трубочку, добавил туда сахарного сиропа, поставил возле муравейника, они заползли туда. Вот, и я их закрыл там. Так, сейчас берем вот эти вот губки, которые... Губка вот эта вот, которая есть в комплекте. И смачиваем ее водой. Вода очень как бы важна для муравьев. В муравейнике, если нет воды, то муравьи, как правило, погибают. То есть это очень важный момент. Смочили губку, закрываем обратно крышечку. Вот. И теперь через это отверстие вот будем запускать муравьев. Я вот так вот загерметизировал щель, чтобы они не вылезли оттуда, и вставил трубочку. Вот они побежали, наши муравьи, побежали в свой новый дом. Теперь им предстоит тут какое-то время обживаться. Главное быстро закрыть, чтобы они не убежали. Вот один все-таки у меня вот муравей выпал. Надо его поймать. Вот. Ну, как бы вот так вот примерно выглядит. Конечно, может быть, надо было побольше муравьев наловить. Но я этих еле наловил, честно вам скажу. Ну что, ребят, расскажу я вам продолжение истории с моей муравьиной фермой. Хотел я вам показать, как они там роют, живут, вот, и так далее, но не совсем все вышло так, как я хотел. Во-первых, столкнулся с несколькими трудностями. Начал искать этот муравейник. Ужасная жара у нас сейчас эти недели. Муравьи какие-то сонные, не хотят лазить. Я еле-еле наловил этот десяток муравьев. Видели, я их посадил сюда. Они сидели, упорно не хотели ничего делать. Просто сидели на месте. Прошло 2 дня. Причем, как бы, они старались куда-то смыться, если не сидели. Вот. Вот эти вот маленькие вентиляционные отверстия, они как бы в принципе маленькие, но некоторые особи муравьев могли просачиваться через них. Несколько штук у меня убежало. То есть, может быть, я так понимаю, нужно немного более крупных муравьев сюда садить. В итоге как бы не хотели они ничего рыть, хотя я им проделал здесь, видите, вот эти вот ямочки такие. Буквально сегодня заметил, что, смотрите, вот они прорыли вот тут вот немножечко. Вот даже вот навыносили тут материалы, видно. То есть, в принципе, как бы они роют, да, но просто, может быть, мало этих муравьев наловил. Может быть, сейчас не сезон, у них какая-то спячка, то есть из-за жары, не знаю. Вижу я, что они сидят, ничего не делают, мучатся, мне их стало жалко. В общем, в итоге я их просто сегодня утром взял и всех повыпускал. Вот. Но, в принципе, я как бы думаю, у кого будет больше настойчивости, усидчивости, как бы наловить побольше этих муравьев. Мне кажется, им веселее будет, когда их будет побольше. Сюда можно штук 30-40 этих муравьев посадить. Вот, в принципе, как бы они будут рыть, они будут тут жить, можно будет наблюдать. Вот как, в принципе, вот вы сейчас видите себя на экране. Вот я нашел видео, где это все показано. Я думаю, что все это реально. У меня не получилось, но это не означает, что это не работает и это все выдумка. То есть все можно сделать. Если кому-то было интересно это видео, я рад, что мог подсказать. Вот, можете заказывать, ссылка на продавца есть в описании под видео. Это реально человек присылает, как бы есть муравейник, вот он. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, будет еще много разных обзоров. Пока-пока.